Добрый день, мои хорошие. Вот сушу грибочки. Сегодня у меня белые. Сушилка у меня простая, называется ветерок. У нее вот такие вот лоточки с дырками. И чтобы у меня лотки грибами не пачкались и ничего не проваливалось, я стелю вот такую тюль. Нашла старую тюль бабушкину с мелкий-мелкий вот такой вот фракцией. Ну, как назвать, сеточка такая. И вот я ее расстелила и сушу грибочки. Сейчас высохнут и уберем. Берите на вооружение, вдруг пригодится.